как настраивать строчки в такой машинке электромеханической, то есть с помощью колесиков. Допустим, вот нам нужна прямая строчка. Мы смотрим номер операции и устанавливаем ее на колесики. То есть прямая строчка конкретно, вот она у нас на единичке. Длина стежка вот этим колесом настраивается. То есть, допустим, 2,5-3 мм. Крутим вот это колесо. Положение иглы относительно центра устанавливаем с помощью вот этого верхнего колеса. Ну и с помощью этого верхнего колеса еще настраивается ширина зигзага. Влево, либо вправо, если нам нужно сдвинуть иглу, мы поворачиваем колесо ширины зигзага. Сейчас конкретно мы установим центральное положение иглы. Оно у нас настроено. Прямая строчка. Для того, чтобы настроить операцию зигзаг на этой машинке, мы устанавливаем колесо переключения операции на двоечку. Ширину зигзага мы настраиваем с помощью вот этого верхнего колеса. Допустим, ставим ширину зигзага 5. И длина шага 3, либо 2,5. Вот такая у нас настройка.